А вы когда-нибудь не принимали выбор кого-то из ваших детей в вопросах спутника жизни? Да, но никогда не мешал, потому что понимал, что если я помешаю, то будет только хуже. Но это жестоко их наказывало. То, что они делали этот выбор? Да. Вы сейчас про Надю? Да. А вы ей свое мнение транслировали, что этот выбор вам не близок? Нет. Но она это понимала? Нет, поначалу. Я просто понимал, что, так сказать, декоративное обаяние грузина все равно перешивет все мои слова. Но когда настал момент, я сказал, все, терпеть, ты будешь терпеть все. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то, как не стыдно. Ты должна это все пройти. Это твой путь. Но из него ты выйдешь другим человеком. Она вышла другим человеком? Да.